Маскаева – человек с безграничным потенциалом и тягой к новым знаниям. Свое призвание она нашла в организации ретро-встреч. На этих мероприятиях всегда тепло и душевно, ведь все делается с большой любовью к своему делу. Несколько вечеров устроительница музыкальных салонов посвятила эстрадному певцу и композитору Евгению Мартынову. 22 мая 1948 года родился удивительный светлый человек. Это Евгений Григорьевич Мартынов. Его творчество просто, ну, вы знаете, это такая кладезь таланта, это такая необыкновенная трагическая судьба. При жизни и посмертно Евгений обрел невероятную популярность. Визитной карточкой исполнителя стали такие песни, как «Лебединая верность» и «Яблони в цвету». Я очень много песен его пою, потому что я ставлю его на первое место среди композиторов. Народ любит эти песни. Многие эстрадные певцы исполняли произведения Евгения Мартынова. В их число вошел и Филипп Киркоров. Проведение ретро-встреч Ирина Маскаева подбирает различные материалы. В этот раз была выбрана книга, написанная младшим братом Евгения Григорьевича Мартынова, Юрием. Эта книга мне случайно попалась, и я даже не думаю, что мы с Юрием познакомимся. И, в общем-то, на его концертах я бываю, и его фонд я знаю. И многие-многие певцы исполняют действительно песни Евгения Мартынова с удовольствием. Время неспешно идет, но люди помнят, слушают и любят Евгения Мартынова. А подобные ретро-встречи позволяют больше узнать о творчестве разных интересных и талантливых людей. Марина Носова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.